Приветствую, друзья. Хочу показать, как я кормлю своих перепелок. Кормлю я их 3 дня один раз. Зерновая смесь, мучной червь, зеленый корм, ботва свеклы, соответственно, вода. Мучного червя чередую с кузнечком. В неделю раз даю вареное куриное яйцо. Зелень тоже чередую. Ботвы моркови, одуванчик, люцерна и свекла. В зерновой смеси насыпаю примерно 1/4 вот такой вот кружки. Вот он, перепел. Это молодой перепел, которого я поймал в мае месяце. Вот так вот я кормлю своих перепелок. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До новых видео.